Я хочу новую хомотенду. Это баба Фирочка. Мне надо новую хомотенду. Хочу к вам прийти в офис. Excuse me, у вас офис? Где? На Брайтоне? Так, я к вам сейчас приду. Oh my god, tomatoes, I love tomatoes. Да, ты любишь tomatoes? Yeah. Tomatoes? Ну yeah. Слушай, мы потом после этой, сейчас пойдем, мы найдем новую эту хомотенду. Yeah. И потом мы зайдем, скупимся, ты мне поможешь. Алло? Да, конечно, это Славик. Да, Eagle Eye Home Care. Как вам помочь? Лиса, это опять та же самая женщина. Ну, она меня уже достала мозги. Мне каждые 5 минут звонит. Нет, я не про вас. Нет, конечно, не про вас. Вот я ее вообще не могу. Ну, вот сейчас она будет говорить 3 часа со мной. Complain it. Да? Нет, хорошо. Окей, говорите еще. Да, слушаю, конечно, слушаю. Она сейчас будет сама с собой разговаривать. Меня достало уже, не могу с ней. Да, наконец-то. Да. Холодно, Мороз Петрович там. Ой. How can I help you? Здравствуйте, я вам звонила. Бабушка. Ой. Какие Славик, люди. Тебе что-то. Спасибо. Там в Гарварде, что папа рассказывал, закончил. Куда ты идешь? Что ты делаешь? Я танцор. Танцор? Я все делаю, бабушка. Ты танцуй. Ой, целовай. Давай. Ой. Одну щечку, ой. Другую щечку. Еще один раз. Давай еще один раз. И на губке. А, и не свечи. Пупсик мой. О, привет, пупсик. Мой танцор. Да, танцор. Он у меня сосед. Ты там еще рассказывала. О май гад, это Славик. Да. О май гад, стоп. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. И не забывай. Оп. Ой. Оп. Тише. Давай, закончи. Надо вот так. Давай, на, о, полностью, давай полностью крузочек. Ой, о, по кругу. Ой. Окей, тише, сейчас на меня тут будет кричать опять, а то не я волнуйся. Всегда танцую. Значит, в чем проблема? А как ты танцуешь? Как танцую? Да, сижу, надо практиковаться. Да, я же хочу быть на Бродвее, я сижу иногда вот тут делаю. Сижу, никого нету, никто не смотрит. И 360 называется. Да, а если вообще... 100% никого нет, я могу так, такие джампики делать. Ножки вверх, прямо в потолок надо. Вот так. Не, я пришла сюда, потому что у меня проблема с хомотендой. Конечно. Послушай меня. Что такое? Я вас люблю, я люблю ваше агентство. Да. Но там, понимаешь, она слишком много разговаривает по телефону. Ужас. Забирай. Она смотрит на дедушку непонятно. Как это называется по-американски, ты мне расскажешь? Чем я? Она делает мне борщ, пересолила. Пересолила? Сделала мне какой-то салат, этот оливье, один майонез. Ужас. Один майонез. Ужас. Тебе не жарко? Мне что, здесь жарко? Мне жарко, мне жарко. Снимайте. О, сейчас. Дай кофточку сейчас повешу. Thank you. Спасибо. Возьми, у меня халатик здесь. Ты у меня файл. Ага. У меня это Наташа. Наташа. Не подходит. Наташа, у вас это Оксана. Оу. How do you get the name wrong? Оксана очень хорошая. Оксан? У меня Оксан. Да, я ей сказала, подвези меня на Коску. Окей. Она говорит, у меня нету машины. Ну, у нее нету машины. Слушайте, если вы мне даете хомотенду, у нее нужна быть машина. На Наташу, да, обратно на Наташу. Я не хочу ни Наташу, и ни Оксан. Славик, он танцует. У меня работы нету. Меня никто не хочет... Hire. У меня вообще работы нету. А, я так хорошо, знаешь, что я делаю? Я вот так делаю. И меня никто не хочет работу мне находить. Вот так кто еще может делать? Кто еще вот так может делать? А мне работу не делать. Я тут должен работать хомотен. Так вы хотите кого? Наташу вы хотите? Она мне еще украла мои трусики. Она не крадет ваши трусики. У вас бабушка такие большие трусики. Я купила ее в Коске. Она мне говорит, я тебя люблю. Если ты мне не поможешь, я сдохну. Я тоже сдохну. Я хочу танцевать бальные танцы. Хочу делать... Ну сейчас, дайте мне секунду. Я не знаю, я только что начал, потому что я хочу быть на Бродвее. А я тут, блин, работаю. Сейчас, дайте секундочку. Умеешь? У меня сейчас больше еще все стоит. Сейчас, Брэд. Мне в туалет надо скоро. Сейчас. И теперь, когда будем вздыхать, вот так, а потом выдох надо. Вот понятно? Опять. Как будто бы сейчас обкашляешь. Все,
Все, теперь мы хорошо чувствуем. И сейчас я вам найду какую-то новенькую программу. Сейчас я посмотрим. Туалет надо, я сейчас не буду. Сейчас. Ой, в туалет? Ты куда? Я у как? Ой, опять трусики. Все, теперь у тебя опять надо... Трусики. Сейчас она украдет эти трусики тоже, да? О, man, this is difficult dealing with grandmas. My elbow, like when I go like this, I have to do this a lot and dance it. It always like clicks sometimes. Me too. Can you check it out? Бумаги нету. Сейчас, одну секунду. Я хочу только wet wipes. Я не знаю, wet wipes у нас. Хотел только. Сейчас. Wipes какой-то здесь Scott. Something. Or... Oh, I don't know, but do you have like soft wipes, like her ass? It's like rough. Can you fix my elbow though? Well, she'll figure out. She'll just use the underwear. Oh. Раз, два. Right now. Wow. Баба! Идем! Секунду! Я взяла прунжус! О, no, прунжус не надо. Все выходит! One time, like, completely, you know, shit myself on stage. Я иду! Is this your phone? Yeah. Really быстро? Can I, like, see it for a second? Oh my god, you have a password? Дай лицо. Ой. Oh my god, так amazing. So I'm gonna put my number in it. I don't know why, but like my fingers are just doing it. Все. Oh my god, would you look at that? Here you go. Извините, ребята, ты... Perfect program for you. Называется CDPAP. Написано CDPAP program. Okay. And you can pick your own home attendant. Your neighbor, friend. Ну, ты можешь выбрать, кто будет твой home attendant. No. Хочешь? Если она для тебя будет работать, будем платить. Мы будем платить ей $19 в час. Да. Она может зарабатывать деньги. Да, больше. За мной ухаживать. И им будем платить $15 в час. Да. Вот что? Так, все, graduated. Congratulations, она может быть home attendant. Вот так. Я умираю, бабушка. Why? I'm gonna have money. Да. Сейчас. Я буду ее босс? Да. Boss lady. Ты boss? Boss lady. Boss lady. Boss. Let me throw out some tunes. Boss. Lady. Да. Yeah, you know what's funny? Like, I have this, like, new job. Bro, it's amazing. Like, and all I have to do is take care of my бабушка. I know! Yo, I can hook you. Good morning. Oh, I gotta go. My boss is here. Hi, Baba. Hi. Baba. 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 Все нормально, все нормально. Я беру свои таблетки, мне просто тяжело глотать. Okay. No, Baba, это like модно, you know? It's like in style. Что не in style? Ну, it's like the rips. Какие рипс? It's like cool, ты знаешь, like cool. Хорошая девочка, хорошая. Хорошая, стройная, мозги есть. Ну, вот это я не понимаю, вот это все. Вот это, порватое, зачем? So, like, I just want to, like, talk to you about, like, my breaks. Like, I want to make sure, she, like, у меня есть time to just, like, be myself. You know, like, get a little bit lit. Kind of want to do, like, Zumba. You can join me, like, if you want. But, like, it would be, like, a break. Ты знаешь, like, чуть-чуть, like, alone time. But, can I schedule, like, an appointment to, like, a date? Maybe, like, 5, like, whatever ты хочешь, you know? Like, dead dropper, I love it here with you, you know? Like, I love it here with you. Okay. Okay. Да. Okay. Love you. Я не понимаю, что она сказала. Что это дед жопа? Я сейчас позвоню в офис. Okay. Ты пока помой посуду. Okay. Хорошо? Okay. Работаю. I'm a working woman, Baba. Я тебе сделаю clock in. Wait, подожди, I have a phone call. Can I take it? Да. Okay. It's a scam. Oh my god, she got lip fillers? Oh my god, does she look like a duck? Bro, she's been looking like a duck forever. Yeah, yeah, oh my god, oh my god. Anyway. Я все слышу. You know, ducks, dukes, schmucks. Что это такое? Бабушка, это мусор. Я тебя прошу. У меня вот эта девочка до этого была очень тихая. Она ничего не делала, она не кричала. Right. Что ты... Ой,
Умница, ты очень хорошо, у тебя здесь волосики где-то. Ой. Слушай меня, пупсик, я хотела с тобой поговорить, потому что у меня Home Attendant до этого, я ей давала специальное меню. Так что я хочу тебе просто дать меню, что ты мне на завтра приготовила вкусненькую еду. Баба. Make sure, что каждый item это будет органик. Ба, are you like looking at this menu with me? Do you... Да. Оливье, котлеты, да. Пельмени. Да. Оливье, столько мяса, я колбаску не кушаю. With extra mayonnaise? Нет. That's... Light mayonnaise, диетический майонез. Oh my god, okay, and что это? I can't read this. Что это называется? Это называется филе миньон. Подожди, еще один. Like you know I love you. Like смотри, you салатик you. Греческий и салатик с уточкой из аругала. Ты знаешь, что это такое? No, я не знаю, like I've never cooked a day in my life. Ну ничего, а пельмени, ты умеешь лепить пельмени? Лепить? Лепить homemade пельмени. Oh my god, no, Baba, like I don't know any of this. Знаешь что? What? Пойди на YouTube и научись. Так, возьми опять этим виндексом, сделай и по чуть-чуть. Посмотри, какие-то пятна здесь ты сделала. Okay, I'm on it. Давай, надо все правильно делать. Нет. Нет, Баба. Еще один раз. Пупсик, что ты спишь? Ку-ку, ты можешь мне, пожалуйста, вытереть мои эти очки, пожалуйста, не грязные? Нет, очки, Баба, я спала. It's okay, my ты God. Работаешь. Я хочу, чтобы ты потом взяла лестницу и каждую штучку протерла. Окей. Okay. Да, надо сделать гениальный убор. Надо здесь сделать мопинг. Надо окна, все окна надо почистить. Не знаешь, как их закрывать или нет? Угу. Я сейчас в эту кино, мне надо позвать Даниэлочку. Все, я тебе позвоню. Бай. Даниэла, ты меня слышишь? Вытери мне попу. Я сейчас не позвоню. Даниэлочка, ты можешь прийти, пожалуйста, и вытери мне попу? Вытереть тебе попу? Да. Вот такой wet vibes. Я же сама не могу все доставать, чтобы было все чистенько. А ты сама не можешь попу вытереть? Ну, у меня Home Attendant мне все убирала, ты мне помогала. Ты тоже? Я твой босс. Давай, я тебя жду. Вот с этой стороны. You like Benza. Давай. Только я за твой бежит. Okay. Ready? Okay. Давай. Okay, okay. Все? No, there's more. Ты что взяла ты... wet vibes? Что ты поела? I'm not done, like there's more. Oh. Yeah, it's her внучка Даниэла. I'm just confirming that like the doctor is gonna come here for PT at like 2 p.m. Yeah, oh my god, thank you. Yeah, for Фирочка. The пельмени, no! The вареники, no! No больше, no больше. А что это такое? Ой, это зубы. Зубы? Я хочу с тобой сделать. Come on, get in the groove. Давай, вот. Эй, let's go. Вот. High knees, ready? I'm so grateful. Да, ты мне сделаешь плети. Of course. Oh my god, duck lips. Okay, perfect. Amazing. Oh my god. Сделай мне вот такие, большие. Young stunner. Подожди. Too much. Okay, I'm gonna put that right there. A little more. Oh my god. Ты просто stunner. It's beautiful. I'm so grateful. I love. Oh my god, the PT guy's gonna freaking love. Mascara or is that off limits? Давай, чуть-чуть. Okay. Oh my god. It's literally, it could grow like pineapples if it wanted to. Like, I swear, do pineapples grow? Смотри, ты у меня как personal assistant стала. Yeah, ты sure. Мне все делаешь. For sure. Makeup, шмейкап. Я цветы забыл, но принес этот hand sanitizer. Это тебе? Yeah, it's for me. Ну хорошо. А куда вы идете? Мы идем
Мы идем. Я вообще-то еще план. Окей, идите. Я ее через 2 дня привезу. Так, вы не переоценивайте, прилично. 2 hours. И что-то вы меня потом на пути заберете суши. Я вам скажу, что пикап сделает. Что ты хочешь? Я вам пришлю. Ну какое суши? Ну какой-то спешл, какой-то чап-чап-чап такой-то. Ты любишь спайси туна? Спайси. Спайси точно? Спайси. Шрим тампура? Такую, ну. Тура. Тура. Все. Ушком говорю. Стоп. Все. Тебе сказать. Да, ты знаешь, что закрыли Сенчери, это 21 век. Ужас, трагедия. У меня Даниелочка сейчас стала хомотендой мне. Есть. А помнишь, такая программа была давным-давно? Там называется программа CD-PEP. Не CD-B, не CD-D, а CD-PEP. Ну, я тебе пришлю информацию. Твоя внучка тоже может до тебя делать. Мы с ней сегодня так потанцевали. Ой, я так уже давным-давно не танцевала. Ну все. Arrivederci. Фу! Я не могу поверить! О май гад! Все! Не смейся на меня! Я не буду делать секс! Кинаду экзерсайз в ютю! Раз! И два! Вот так. С куртками. Полностью с куртками. Вот так сделал шоу. Я научился вот так делать. Оба. Вот так. Танцевать иногда. И снимать. Сейчас пойду повешу. Вы там ждите, сейчас я приду. Hitting on him. Hitting? Yeah. Как? Значит, она на него смотрит вот так? Или смотрит на него вот так? Не знаю. Можно? Ну как? Ну языком она вот так иногда делает, потому что если так, значит 100% flirting, и мне надо сказать HR, если это происходит. Или она просто вот так смотрит. Или она иногда смотрит вот так, знаешь? Что такое? Алло.